Сегодня можно констатировать, что в первую очередь экономической зоны, она полностью готова к приему резидентов. Мы сегодня видели уже, так сказать, первого резидента, который построил полноценное производство, предприятие с солидным объемом инвестиций и с хорошими планами. 6 резидентов сегодня уже подписали соответствующее соглашение. 6 резидентов еще буквально будет подписано в ближайшее время Министерством экономики. Ну и, собственно, мы посмотрели еще раз и готовность всей инфраструктуры. То, о чем раньше, то есть справедливо резиденты говорили о том, что нет готовности к подключению, к техприсоединению. Все сегодня есть, все функционирует.